Саженцы лилейника гибридного Эвериди Лили Роуз, миниатюрная серия с нежными классическими оттенками цветов. Отличается обильным цветением, формируя на протяжении всего лета до нескольких сотен бутонов на одном кусте. Крупные до 8 см в диаметре, цветки этого сорта имеют нежно-розовый оттенок, более темный центр и желтое горло. Могут выращиваться в кашпо, но наиболее эффектно будут смотреться в микс-бордерах, выдержанных в классическом стиле. Подходят для оформления садовых прудиков и фонтанов, создавая благородный вид участку. Могут высаживаться и солитерными посадками. Лилейник гибридный Эвериди Лили Роуз – это многолетнее растение высотой 35 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Лилейник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для глинистых почв. По типу ствола лилейник гибридный Эвериди Лили Роуз можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает лилейник гибридный Эвериди Лили Роуз в месяц июль-август. Цветок окрашен в желтый, розовый цвет. Интересные цветы лилейник могут быть до 8 см. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Весенний окрас листочков зеленый. Обратите внимание, что лилейник гибридный Эвериди Лили Роуз – самоопыляемый, обоеполый сорт. Лилейник гибридный Эвериди Лили Роуз создал Стамиль. Создан сорт был в год 2001. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.